Всем огромный привет! Сегодня я очень сильно вдохновилась одним рецептом. Я читала о нем, читала несколько рецептов для того, чтобы понимать суть приготовления этого блюда. Это блюдо родом из Франции. Его готовили еще в старину, очень-очень давно, поэтому оно меня и заинтересовало. И вообще, в принципе, я очень часто люблю почитать историю самого блюда, откуда оно пошло, почему дали ему именно такое название. Если вам интересно, то вы тоже так делаете. И это придает какое-то вдохновение на то, чтобы готовить это блюдо дальше. Блюдо называется кассуле, либо же косуле. Я видела разные написания. Вам, если вы близки к Франции, наверное, будет виднее, как же оно на самом деле правильно звучит. Но я видела и так, поэтому можно и кассуле, и косуле. Не знаю, как правильно. Решайте сами для себя. Готовится оно достаточно просто, ингредиенты вполне доступные, очень такие даже бюджетные, я бы сказала, но тем не менее понадобится несколько часов вашего присутствия дома для того, чтобы вы присматривали за этим блюдом, как оно готовится. Ну и я, скорее всего, порекомендую его готовить накануне вашего выходного, для того, чтобы вы, когда приходите с работы, у вас завтра выходной, вы подготовили продукты и завтра уже его приготовите. Либо же, если у вас есть много времени, то это для вас не составит большого труда. Так что давайте я расскажу и покажу, как я буду готовить это блюдо. Здесь у меня продукты, которые я буду использовать, и я их подготовила заранее немножечко. Вчера вечером свиную ножку порубили на куски, почистила ее от всякой грязи, промыла, замочила водой, и она у меня стояла до сегодняшнего дня. Здесь у меня фасоль, которую я также замочила вчера вечером. Сейчас я ее промыла. И она сейчас будет отвариваться в чистенькой воде до готовности практически. Еще у меня есть просто кусочек свинины, свиная лопатка, по-моему. Не знаю, что с этим количеством мяса мы будем делать, как быстро мы его съедим, но достаточно много. Как для нашей семьи это кажется много, поэтому рассчитывайте то, что это на такую довольно-таки большую компанию. Здесь у меня томаты в собственном соку, паприка копченая, лавровый лист, гвоздика, почищенная луковица, морковка, чеснок, здесь хмели-сунели и перец черный. Еще обязательно понадобится соль, но ее я буду добавлять по вкусу. Отправляю фасоль отвариваться на огонь и подготавливаю сковородку для того, чтобы обжаривать немного мяса на сковородке. Разогреваю сковородку и выкладываю на нее куски мяса, прям вот такие большие, которые есть у меня. Сколько поместится, столько и буду обжаривать. Если все не поместятся, то придется поделить на несколько раз. Но, в принципе, я смотрю, что плюс-минус все помещается. Обжариваю до золотистой корочки. И пока она у меня будет обжариваться, я измельчу лук, морковку и немножко чеснока. Мяско я вот здесь выложила, и сейчас еще в горячую сковородку отправляю морковку, лук и чеснок, немного их обжариваю и буду все потом смешивать вместе. Для того, чтобы специи лучше раскрыли свой вкус, то можно их добавить на горячую сковородку, чтобы они тоже немного нагрелись, прогрелись и раскрыли свои ароматы.
К обжаренным овощам я добавляю томат. Здесь у меня мяско, полуотваренная фасоль. Я ее не проваривала все-таки до полной готовности, а она у меня такая еще немножечко тверденькая. Высыпаю ее сверху в промежутке, где мясо добавляю. Вообще в идеале все это делать, томить, тушить нужно в глиняной посуде, но у меня слишком большие размеры, поэтому в ту глиняную посуду, которая есть у меня, это все равно не поместится. И сверху я еще все это заливаю соусом, который мы сделали из овощей, томатов. Вот так это у меня пока что выглядит. И здесь у меня осталась жидкость от проваренной фасоли, то есть это тот сок, в котором она варилась. Я немножечко добавляю, но не слишком много. По мере необходимости, после того, как оно будет выкипать, я буду добавлять. Я решила все переиграть, переложила всю жидкость в большой вок, заливаю все это соусом. Еще у меня немного остается, то не знаю, посмотрим. По мере необходимости буду добавлять. Все это накрываю крышкой, включаю в духовку, приблизительно пока что 200 градусов. Буду смотреть, если будет на очень медленном огне булькать, то буду понижать, вернее, если будет очень сильно у меня кипеть, то буду понижать температуру. Мне нужно, чтобы оно томилось, то есть очень-очень медленно тушилось. Накрываю сверху крышкой, отправляю в духовку. Приблизительно 1,5-2 часа нужно об этом блюде забыть в духовке. После этого будем открывать крышку, и уже нужно, чтобы оно немножко зазолотилось сверху, и на это уйдет приблизительно около 20 минут. Все, отправляю это блюдо в духовку и забываю о нем где-то на 2 часа. Я должна предупредить, что это блюдо готовится далеко не 2 часа. Будьте готовы к тому, что 2 часа вам будет мало для того, чтобы приготовилось именно так, как нужно, для того, чтобы мясо таяло во рту. На это понадобится 3, а то и 4 часа. Все, конечно, зависит еще от того, в каком режиме вы это готовите. Готовите ли вы это на плите, либо делаете это в духовке. И здесь уже выбирать вам только, как удобней. Но можно и так, и так. Я на самом деле хочу сказать, что это очень сытное блюдо. Оно мясное, и здесь присутствует фасоль с овощами, и оно очень сильно насыщает организм. И можно его еще использовать как дополнение к основному блюду, то есть как какую-нибудь подливу, какой-нибудь кашки, макарошкам, либо что-то, что вы еще хотите кушать. Той порции, которую я готовила, хватит на большую компанию. Где-то из 5-6 человек, я думаю, точно хватит всем наесться. Для моей маленькой семьи то это прям на несколько раз хорошо покушать, поэтому мы будем есть это долго. И это очень-очень вкусно. Я понимаю, что это простое блюдо, что оно требует времени для того, чтобы приготовить. Я об этом уже раньше сказала, что это блюдо, скорее всего, для выходного дня, то есть тогда, когда у вас есть время следить за ним несколько часов подряд, и чтобы оно хорошо приготовилось. Я люблю такие блюда, тем более, что зима нас все никак не покинет, поэтому порадуйте себя. Погрейте себя и своих родных таким теплым, уютным обедом либо ужином. Желаю вам приятного аппетита. Как всегда, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и до скорых встреч!